Joaquin, Joaquin, não look silly, não se fale. Boa da, boa cu, a fala a Gaspar. A fino, a vagrão, fono son sin droça. Joaquin, fahi, coca mudra. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Рыжик. Мы продолжаем играть в Skyrim. И... Ты часом не сможешь зачаровать мой меч? Нет. Лезвие такое тупое, что и у нас с вами разрешить. Сюжетная линия, короче. Продолжение сюжетной линии. Основной. Так, 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 так. Нам нужно попасть в Талмарское посольство. Нужно вот. Что-то? Ты знаешь, что да. Что тебе нужно? Я от нашей общей знакомой. Правда? Ее выбор пал на тебя? Да. Надеюсь, она знает, что делает. Значит так. Это ты про что? Я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талмарских стражников нюх на это. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись. И я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. А, все готово, вот то, что мне понадобится. Ладно, я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. Да, я как бы не волнуюсь. Так, во-первых, нам нужно будет... Сейчас-то быстренько. Раз. Кольцо Херсина нам не нужно. Во-первых, все мои кольца. А потом... Где эти? Тайных желаний. А, ожерелье мое вот это. А, перчатки. Так, сапоги тайных желаний. А все, наверное. Взлом, сопротивление болезням, вот эти. А, так, 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 так. А больше нам нечего, в принципе. Так, ладно. А, я надеюсь. А, конечно же, мечи. А, так, у них 14 у этих, да? А у тех 18. Стеклянная стрела, эльфийская 16. Ну давай уже эльфийский лук, эльфийские стрелы. Слабое зелье лечения. Запасы сил. Скумо. Давай слабое зелье магии с собой. Все, наверное, хватит. Вроде бы все. Вроде все. Изгонит он зло, и врагов пройти на прием победит, так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Окей. Моя задача пройти на прием так, чтобы... Да, 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 да. Да, да, да. Так, я надеюсь, я все дала, что нужно. Ну, мне, в принципе, только это надо, что еще-то. Что-то не так? Да все нормально. Я там как ассасин так буду сейчас. Лидии со мной не будет, наверное, скорее всего. Поэтому придется как-то мне самой там. То, что нужно пронести в посольство, уже у мамы. Что такое-то?
что нужно пронести в посольство уже у Малборна? Да, с Малборном мы обо всем договорились. Хорошо. Вот твое при... Вот! Помогите! Кто-нибудь! Да. Мне нечем с ним драться. Я тебя не боюсь. Твою мать, а? Что ж такое? Мне нечем с ним драться, народ. У меня нету ничего, ни мечей, ничего, поэтому... Ну нафиг. Приходилось слышать о тебе и твоих сладких речах. Да-да-да-да-да-да-да. Ёлы-палы. Не надо мне дракона. Мне нечем с ним драться. То, что нужно пронести в посольство, уже у Малборна? Хорошо. Но ты сможешь про это знать. Когда все будет готово, у тебя будет только то, что Малборн пронесет внутрь. Хорошо. Так, значит, нам надо одеть нарядную одежду. Где нарядная-то? Вот она. Одежда и ботинки. Снимаем корсет, снимаем шорты эти и амулет Голдор снимаем. Драконьи перчатки снимаем. Ну и то, что найдешь на месте. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ну что? Пора садиться в экипаж и ехать в посольство. Все готово, пожалуйста, сохрани остальные мои вещи. Не бойся, все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Главное, вернись живым и с уловом. Удачи! Да. Хреново с драконом получилось. Ну что ж сделаешь, у меня нет запасного меча. Двух, точнее. А, еще кто-то опаздывает на вечер у Эленвен. И какой шикарный экипаж, надо же. Мое почтение, добрая госпожа. Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах, а не потому, что хотел опоздать. Да. Окей. Добро пожаловать в Талмарское посольство. Ваше приглашение? Приглашение, пожалуйста. Да вот. Благодарю, госпожа. Проходите. Так. Вот мое приглашение. У меня нет отравленного кинжала под одеждой. Эцетера, эцетера. Такова моя работа, господин. Все в порядке? Добро пожаловать, господин. Да-да. Теперь нужно немедленно выпить. Нормально. Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Элен Вен, посол Талмара в Скайриме. А вы? Эрин Вен? Мне столько о тебе рассказывали. В самом деле, надеюсь, да? Только хорошее. Но у вас передо мной преимущество. Боюсь, я ничего о вас не знаю. Прошу вас, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... в Скайрим? Что случилось, Малборн? У нас закончилось какой вино Алта. Вы разрешите мне открыть Орентийское красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Да, госпожа посол. Прошу прощения. Мы еще познакомимся поближе. Прошу вас, отдыхайте. Ой, спасибо. Что вам, чем могу служить, госпожа? Я хочу выпить. Пожалуйста, госпожа. Лучший калавианский бренди. Чем еще могу служить? Я хочу еще выпить. Калавианский бренди у нас, кажется, закончился.
Я посмотрю в погребе, как только выдастся минутка. Пора. Конечно. Я посмотрю, есть ли у нас еще такая бутылка. Я буду ждать у двери, пока все не отвлекутся на другое. Отвлечь же надо, да. Привет. Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Что привело тебя на этот прием? Ты, очевидно, тут недавно. Задавать такие прямые вопросы на приемах у Эллен Вен дурной тон. Но мне нечего скрывать. Я прибыл с юга по делам. Если хочешь торговать в Тамриэле в наши дни, лучше привыкнуть вилять хвостом перед Талмаром. Нравится тебе или нет? Понятно. Я ты кто? Я хочу еще выпить. Эллен Вен всегда устраивает пышные приемы. Я по своей воле ни одного не пропущу. Ты говоришь, как деловой человек. Не все норды зациклены на силе, чести и владении оружием. Немногим дается природный дар делать деньги. Мои денежные вложения — моя сила. О, это Мавен. А богатство — мое оружие. Что же до чести? Бывает роскошь, которую даже я не могу себе позволить. Что привело тебя на этот прием? Ты верно недавно в Скайриме, раз не знаешь, кто я такой. У меня есть доли во всех крупных компаниях Солитьюда. Я думаю, что пора уже забыть обиды прошлого и посеять семена мира и процветания между Империей и Альдмирским Доминионом. Вот я и помогаю, как могу. К тому же между нами это приносит мне кучу денег. Действительно. Мавен. Что-то тебя тут раньше не бывало. А я знаю всех важных людей в Скайриме. Эй, ты, как тебя зовут? Какие у тебя отношения с Талмаром? Наши отношения построены на взаимном уважении. Мне плевать на политику и соперничество между Талмаром и Империей. Но я уважаю власть. А она у Талмара есть. Они не трогают меня, а я не трогаю их. Что привело тебя на этот прием? Желание поддержать хорошие отношения. К тому же я не знаю, кто ты. И если не хочешь, чтобы я начала это громогласно выяснять, лучше не подходи ко мне до конца приема. Да, не вопрос. До встречи. Люди Ульфрика готовы сражаться за свои принципы, хоть они и варварские. Что привело тебя на этот прием? В Империи есть люди, которые не хотят помогать нам искоренять ересь Талоса. К счастью, большинство из тех, кто не хочет поддержать мудрое решение Императора, уже заклеймили себя как предатели и еретики. Я здесь, чтобы напомнить властям Скайрима, что их верность Империи требует сотрудничества с Талмаром. Мои слуги о вас не забывают? Понятно. Весьма благодарю. Это только вопрос очень времени, когда ваша прогнившая Империя развалится. Не обижайся. Понятно. Какая твоя обязанность здесь, в Скайриме? Я руковожу юстициарами. Наша задача — воплотить в жизнь запрет на поклонение Талосу. Норды очень упрямы. Они не любят менять свои обычаи. И мы каждый день находим еретиков. Но запомни мои слова. Я выжгу ересь с этой земли, как пламя выжигает плоть с костей. Жесть. Они почти все спят. Что-то у меня персонаж как-то околел. Немного околел. Вам нравится вино и угощение? Весьма. Благодарю вас. Отлично. Если я вам понадоблюсь, зовите. Блин, а что такое-то? Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Вот твоя выпивка. А, щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов. Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Ну, кое-что ты для меня можешь сделать. Чудесно! Я готов немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. Мне нужна помощь. Надо устроить шумную сцену и отвлечь всех на несколько минут. И это все, друг мой.
Только я могу тебе помочь. Устраивай сцены. Это практически моя специальность. Отойди и насладись моим мастерством. Это было так вкусно. Ну-ка, давай. Давай. Ага. Внимание всем! Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сделать объявление. Я предлагаю тост за Эллен Вен. За нашу хозяйку. Что ты делаешь? Фигурально, разумеется. Пошли, пошли, пока нас не заметили. Кто-то из вас захотел оказаться с ней в постели. Где вы почти все уже с ней в постели. Но все же я, конечно, выражаюсь фигурально. Ладно, уберите руки. Ладно уж, я буду панькой. Пока все хорошо. Мы не хотим оскорбить. Будем надеяться, что никто нас не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Держись поблизости. А говорить буду я, хорошо? Окей. Иди за мной. Пойдем. Нормально он там учудил. Кто идет, Малбор? Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил, Цавани? Я и не знал, что разрешено есть лунный сахар. Наверное, нужно уточнить у посла. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Окей. Ща. Твои вещи в этом сундуке. Я закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Да, мои шмотки тут, правда? Окей. Я беру все. Так, по-быстрому. Быстро снарядились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Так, а куда вот эти вот исчезли нумерации-то? Это нехорошо так делать. Давай, если меня хватится, нам крышка. А, вот подожди, я еще вот эти вот круги сыра возьму. Говорить буду. Поспеши. Мне пора возвращаться, пока меня не начали искать. Удачи. Рассчитывай теперь только на себя. Ой-ой-ой. С кем это они? Новые миротворцы посланника? Нет. Это высокие маги прямо из Эленора. Кажется, сама наконец забеспокоилась из-за драконов. А, хорошо. Даже интересно, как бы мы сами могли от них защититься. Если дракон появится, лучше пусть сначала сожрет мага. Тогда, может, нам хватит времени, чтобы его прикончить. Ха! Хорошо бы этих заносчивых ублюдков ткнули носом в грязь. Всегда они на нас смотрят сверху вниз, как на муравьев. Ладно, пошли лучше патрулировать. Угу. Так. Я надеюсь, тут никого нет на втором этаже, не? Мы, кстати, тут сможем выйти, нет? Не это. Вот это сейчас был бы косяк. О, жесть какая, блин, как я на него наткнулась. Аж душа в пятки ушла. Охренеть. Так, мне вообще куда надо выйти-то хоть? Там-то я вышла, конечно, но... Я не знаю, куда мне нужно. Отыскать информацию, а тут что? А,
Значит, туда надо. Сюда! Да встань ты! Тебе не победить! Блин! Я не знаю, надо, короче, как-то ныкаться тогда. Блин, ну он там встал, и я хрен знает, что делать. Нет, может, можно там как-то пройти? А, тут я не знаю даже, может, тут всех убить? Я же здесь была, да? И вообще, как он вот отсюда вышел? Он где-то прошел и вышел. Судя по всему, да. Блин. Там кто-то стоит? Нет, вот не стоит. Да блин, ну как вы меня заметили? Откуда? Откуда меня так долбанули? Охренею. Я охренею. Так, а у тебя что было-то? Хорошо. Откуда, блин? Мне интересно, с какого перепуга, откуда? Да откуда? А, понятно. Твою мать! Я не знаю, меня вот тут вот замечает один хрен и все. Вот, идет сюда. Блин, я ни черта не вижу. Надо, короче. Жесть какая, даже не могу этого вина выпить. Пипец. Так, он куда идет? В какую сторону? Туда идет. Ага. Свали, пожалуйста.
Тихо. Тебе крышка кто-нибудь есть? А, просто царапина! Я не знаю, как тут пролезть и их не убить. Это вообще, по-моему, да никак. А их тут очень много. Да нет, это все фейл. Я хрена узнает, как пройти, чтобы они не заметили. Понятия не имею просто. Блин, скорее всего, никак. Короче, надо внизу всех убить, наверное. Потому что другого вообще я способа даже не знаю. Угу. Давай, иди, топай. Не поворачивайся. Так. Ой, что тут еще-то есть? Блин. Капец! Как мне удалось это сделать? Понятия не имею. Так, F5. На всякий случай. А то вдруг сейчас выйду, и меня там просто расхерачит. Наверное, так и будет сейчас. Скорее всего. Так и будет. Вот дизель невидимости-то нужны. Нет, нифига. Кто меня заметил? Так, погодите. А куда ж мне идти-то? Мне вон куда надо. Блин, там они вон ходят. И как? Там вот еще один стоит около двери, что ли? Он сюда идет. Да я не знаю, короче, как тут пройти, ты не пройдешь никак. Мне надо вот в этот дом. Вот сюда. В этот дом я никак не попадаю.
ни верхом, ни низом. То есть, получается, подождите-ка. То есть, что я отсюда выйду, мне надо будет вот так вот как-то пройти, что отсюда... Ну, короче, понятно, один хрен. Вали. Я не знаю, может как-то это мне поможет? Ключ от камеры дознания, отчет по делу о драконах, Талмарское досье, Ульфик. И если его история подтвердится, как договорились? Он заговорил, я так и знал. Все говорят, рано или поздно. А теперь у меня много дел. Не мешай мне, если хочешь увидеть остаток своих денег. Может, я могу помочь? Он скажет мне, он мне доверяет. Ты хочешь спуститься со мной вниз? Так, Гиссур? Советуешь нам ослабить его путы и посадить тебя к нему в камеру? Спрашивай его о чем угодно, и посмотрим, как он ответит. Нет-нет, я снаружи подожду. Так-то лучше. А теперь убирайся. Не тоже боятся дракона, не так ли? Слишком хорошо платят. Нахрена мне эта тарелка ваша? Они ничего не знают. По-моему, я сейчас попаду в не очень хорошую ситуацию, потому что пока я тут лазю, он сейчас вернется на свое место, и у меня потом будет шляпа, короче. Если он, конечно, наверх не поднимется, у меня тоже будет шляпа. Тут-то никого нету, конечно, а вот здесь я не знаю. О, ушли. Ушли. Тогда норм. Потому что я думала, что мне край. О, чешуя рыбе как раз мне нужна. А что тут у нас? Фигня? Так, Талмарское посольство, подземелье. Талмарское посольство, подземелье. Ну так там у нас тоже было подземелье. А слушай, я приперлась. Нагрела кучу народа. Я хочу уж тут обшарить тогда все. Так. Видите? То есть я зашла сюда. Нормально, так.
Удачненько. Правда, я опять какое-то блюдо там подобрала. Чтоб его. У меня они нафиг не нужны. Кстати, странно, я думала, что за мной все эти побегут. Хрены. Но нет, ни черта подобного. Так, ладно, выдвигаемся. Нам же, по идее, наверное, здесь надо было пройти. Хотя, черт его знает. Но ключи-то у нас есть, так что пофиг. О! Не надо, пожалуйста. Я больше ничего не знаю. Я бы уже все вам рассказал. Блин, а меня уже увидели. Ты знаешь правила. Молчи, пока тебя не спросят. Мастер Рулиндил задает вопросы. Начнем сначала. Нет. А ты знаешь правила. Пощадите. Вы уже все знаете. Нет. Начнем сначала, как обычно. Если будешь упрямиться, нет, мне придется... Я просто... Нужно было отдышаться. Давайте я снова расскажу. Я же ничего не... Так. По-моему, я согрел кого-то, да? Нет? Тебе крышка. Все? Больше ничего? Я много чего умею. Так, Талмас к досье. Вот мы это все посмотрим. Так что вы не думайте. Так, что там с тобой сделали-то, ну? Что такое? Что? Я же сказал, ничего больше не знаю об этом. Так, я не буду тебя пытать. Что? Кто? Чего ты тогда хочешь? Нет времени на объяснение. Давай выбираться отсюда. Да, конечно. Быстрее, туда. Я видел, как стражники выносили туда трупы. Куда-нибудь да выйдем. Подожди, ты можешь знать кое-что важное. А, нет, подожди. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Они меня взяли в Рифтоне. Решили, что я что-то знаю. Они мне задавали одни и те же дурацкие вопросы. Так, подожди, ты можешь знать кое-что важное. Очень надеюсь. Если это тебе поможет их обдурить, буду рад помочь. Они ищут какого-то старика по имени Эсберн. Что-то связанное с драконами. Я слышал их разговоры, когда они решили, что я вырубился. Я видел в Рифтоне одного типа. Они думают, что это он. Больше нечего добавить. Я даже не знаю, где он живет и как его зовут. Но они и так чуть не до потолка прыгали от радости. Вот так. Теперь давай отсюда выбираться. Так. Так. Звучит неплохо, я последую за тобой. Как скажешь, только побыстрее. Ты шпион. Ты в ловушке, и мы взяли твоего сообщника. Сдавайся, или оба умрете. Плевать. Тихо, предатель. Я уже мертвый. Иди, медленно. Мы разгромлены. Отступаем. Твою мать. Проклятье. Хватит. Я тебе дам взяли, блин, моего друга тут. Вообще обнаглели, что ли? Теперь талмарцы будут охотиться за мной до конца жизни. Нет, надеюсь, дело того стоило. Стоило. Пойдем. Так, тут еще кто-нибудь есть? Я всех, блин, выпущу. Погоди. А, тут вот у нас что, да? Окей. Все, валим. Валим, ребята. Я не хочу, чтобы вас убили. Хотя нет, подождите.
тут у нас тоже ничего нет, что ли? Блин, я думала, мало ли. Я не буду по сундукам лазить, окей? Теперь талмарцы будут охотиться за мной до конца жизни. Да не ной. Отступаем! Лучше пойду по добру, по здорову. А кто там? Лучше можешь, а? Твою мать. Мне придется с ним драться, наверное. Блин, а. Да, наноси уж. Сильно. Здоровье. Пипец. Так, ну вроде бы мы справились тут-то. Тут-то. Так не говорит, что его убил он. Вот он вроде бы убежал. Ну я так, я конечно на это очень надеюсь. Так, а здесь у нас, по-моему, в этой пещере должен быть чей-то там шлем, что ли, что-то типа того, нет? Разве нет? Подождите. Может и нет. Блин, ну это же у нас пещера какая-то. Я помню, там было галочкой задание. Талмарцы будут охотиться за мной до конца жизни. Надеюсь, дело того стоило. Тебе не нужно было мне помогать. Спасибо. Окей. А, то есть было у нас, было. Вот, цель моих поисков — шлем. Пещера зеленая, чё? Зеленая тень. А, это дымящийся. Странно, а где пещера зеленая тень? Очень странно. Она где-то там, а там Талмар. Понятия не имею, короче, надо как-то объезжать по ходу дела. Черт его знает. Так. 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 Так, так, так. Ну, если она рядом, она, конечно, прибежит. Блин, тут холодно. Сейчас замерзнем. Нафиг. Да, что-то совсем хреново становится.
Это Малборн? Нет. Я направляюсь в Солитьюд, чтобы вступить в Легион. Единая империя — это благо для всех. Ну где ты? Бегу, Гошечка. Где ты? А что случилось? Да-да-да, молодец. А что случилось? Помогите-то. Так, Лидия, откуда ты тут появилась? Я не поняла юмора. Кому помочь надо? Странно это все. Неважно. Так. А что случилось-то? Что ты тут сидишь? Вот оно где. Ну все, помогла. Можешь идти. Откуда взялись эти скелеты, я вообще понять не могу. Ты кто? Нет, спасибо. Так, мы ж на конюшне должны были встретиться, нет? Мать твою. Где это? Дельфина. Шоп ее. А может она уже это... поговорить с дельфиной. И где она, эта дельфина? Где мои шмотки? Зашибись. Она, короче, в Ривервуде. Прикол. Прикол, блин. Ладно. Так. Можно было бы сразу, кстати, телепортнуться и не париться. Так. Ну ладно, мы, короче, в Ривервуде. О, я тут погреюсь. Вот здесь. Погреюсь. Короче, мы с вами продолжим. Давайте в следующей серии. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока.